Знаем мы вот этот пароль. Итак, вот у нас цифра 9. Вот она 9. 9 у нас. Правильно хоть стоит? Так, 9 у нас. Как она тут вообще работает? Вот так. Здесь у нас кругляш. И здесь у нас такая штука будет. Как она, блин, вот такая вот. 5, 2, 9. Так, вот 9 треугольник. Блин. Ни хрена не видно. Где-то 9 треугольник. Вот 9 треугольник. Хоть правильно поставил-то. Ни хрена. Да. Так. Должно все быть. Доступ разрешен. Бам, ядерный взрыв. По звуку ориентируемся. А, блин. Пароль найден. Здесь. Так. Открыть. Вот здесь. Здесь она нечто подобное. Так. Так. Здесь она нечто подобное. Так. Где-то тут. Вот 4 равно 1. Ставим колесо. Четыре равно 1. Блин. Четыре равно 1. Так, 6 1 4 7. Ой, 0 же был. Так. Но если 4 равно 1, тогда будет 1. Схрена ли 1-то? Почему 1? Я вообще первоначально не так поставил. Так. 9. 2. 1. 8. 7. 4. Блин, да вроде правильно все делают. Так.
Или равно 1. Вы не соскучились по другу своему? Нет. Жаль. Ты кто? Куда пошел? Куда пошел? Бейся. Ой, не хочет он тебе. Да, нет, все-таки я думаю, я был прав. Будет. Так, если вот так вот будет, то. Вот так вот должно же быть. А, ну все, значит, правильно. Значит, я что-то затупил немного. Так. Здесь мы разбиваем лампочки. Ну. Эту тайну всем, освободить всех нас, но они свели его с ума. Тесла. Никола Тесла. Так, вот знак. Так. Ага, ладно. Нет. Нам бы как-нибудь... Вот так. Так, здесь у нас... Так. Набиваем комбинацию. Получено. Ввести пароль. Так. Он хотел выдать тайну, разорвать порочный круг. Черт! Он нравится с этой головной болью. Ну давай, давай, давай. Это мы знаем. Что это? Он нашел его в Хорватии. Он нашел его в Хорватии, а они найдут его в его лаборатории. Давай. Там что-то было. Что-то брошенное много лет назад. Ну давай, давай. А, тут спутник вроде искать надо. Подождите, вроде бы да. Где ты, где ты? Вот он, спутник. Ну, давай дальше. Так, тут лучи надо настроить. Лево, вправо. А.
Сейчас, подождите. Так. Блин. Блин, блинский, так. Как развернуть-то, блин? Так, ну, с этим у меня проблем-то нет, вот. С этим только. Ну, смотри, еще дальше утащил, да? Здесь на места встали. Как мне тебя развернуть? Ты где-то у меня находишься-то? Ой, блин, так как бы. И опять же. Да это-то можно хоть сколько крутить. Там вот это надо. Как-то не сложно должно быть. Так. Так, оказалось-то не так уж и сложно. Ладно. А что тут должно быть? Я уж не помню.
Так, по звуку ориентируемся, да? Где-то тут. Вот оно. Без Джона это было вот оно. Легко. По звуку ориентироваться. Три кражи, замаскированные убийствами. Люди видят лишь то, что их учили видеть. То, что хочет показать им организация. Так. Ну это мы что-то быстро нашли. Могила Гудини. Ганди. Так, ладно. Архив. Волки вышли на охоту. 6 равно 1. Куда же подевался Джон? 6 равно 1. Так. Что у нас? 3. Здесь у нас что? 1. 6 равно 1. Тут 2. Ну вот. Файл открыт. Взламываем. Мученики. Где? А, вниз. Что-то не понял, где ты? Где-то вот здесь вот звенишь. Так, частица Адема. А, часть посоха. Жанна Дарк. У вас сожжена. Так, а у тебя где чего? Меч. На. Так, Жанна Дарк сгорела. Они сожгли ее заживо, да. Ну и... Утратив жезл, царь лишился власти. Да. И больше не мог повелевать своими подданными. Революция! Революция! Ну что ж, вводим код. Давайте следующий у нас. Ищите и обрящите. Хорошо. Так, святость дерева хранимого змеей творила чудеса. Оно носило многое века так разорвали и спрятали на дне Красного моря. Восстановите хронологию Красного. Ну тут маленько по-простому. Выбирайте вот где есть красное. Вот видите, немножко красного тут есть. Вот это. Тут красного нету, зато вот он в красном. Ну и вот он в красном. Видите, тут даже подсказка красного. Так, а где у тебя? Они взяли это. Ну вот, частица Эдема. Пароль найден. В целом, они были героями. Но, понимаешь, линия прервалась. Хорошие люди гибнут в паутине истории, а остальные присваивают чужое. Ну, получить доступ к файлу. Картинки собирать. Так. Ну, давай. Так.
Так. Это вообще что такое? Так, я понять не могу. А, вот так вот должно быть. Нет, не так. А как? Вот так. А, да я неправильно. Надо же от этой отталкиваться, от картины. Так, пардонте. Вот так. Вот так вот, вот оно. Каин Авеля убивает, ну. Так. Вот эта картинка у нас. Блин, даже не знаю, что такое. Ну давай. Так, это у нас и было сделано тайно. Это, наверное, все еще он убивает его. Зверски, мучительно. Что-то я понять не могу. Это что, все еще одна только такая? Ни хрена себе. Ну, давайте. Сказал Каин, воистину я Махан, владитель великой тайны. Господи, какие все чувственные. Как оно должно быть? Где у него голова-то? Из этого черного. Вот так вот, наверное. А, вот так. Вот так. Хрен поймешь, что за картинка. Но это все Каин убивает Авеля. Каинова печать. Так что. Многовато, да. Так, что у нас видишь? Здесь? Ты видишь, что происходит?
Еще нет. Но увидишь. Давай, давай. Сила в руках разила врагов. Что такое? Разила. Это знаешь, где есть что-то оружие какое-то? Убийство. Так, ну давайте по порядочку начнем. Вот здесь я вижу. Так, это что у нас? Ой. Приблизиться. Ну ладно, так. Это какой-то этот. Потом тут, вот здесь вот может быть. Ну-ка. Ну может быть, да. Давайте. Хотя, думаю, вот так вот, наверное. Нет, так, ладно. Что у нас там? Разила. Так. Нет, ладно. Разила врагов. А вот он, меч. Так. Ну ладно. Что у нас тут еще есть? Вот так. А правильно, тот же руками рвал Самсон, или вот этот руками же рвал морду-то. Так, здесь у нас мудрецы опирались на великое могущество. Опирались, это посох. Посох. А где у нас посох? Вот здесь, наверное. Так, ну вот это. Нет. Вот это. Так, посох, посох, ну и, вот так. Ага, хоть я и не видел его, но он, видимо, здесь и был. А иначе методом тыка были бы, последний фрагмент вводили бы. Хорошо. Взламывать компьютер Абстерго становится все легче. Я как будто уже знаю, какая информация мне нужна. Как будто все это со мной уже было. Ну давай. Это что за оно? На. Так. Это вот... Не, ну? Нет. Где-то тут должно что-то такое прям быть. Так, это что у него такое? На башке что-то было. Так. О. Смотрите, какая удача. Сразу нашел хрень какую-то. Так, что у тебя? Ага. Это B2. Оно? Оно! Какой-то демон, что ли, ты праздничный. Ну что ж. Власть не погибает, она переходит от одного к другому. Инфовидение, что такое? А, во! Ну вот оно.
Как-то найти. Где-то так же легко поди. Нет. Так. Вот оно. Так, а вот здесь-то я помню, он где-то этот, где-то вот Ганди, подожди, где-то у Ганди должно быть. Куда ты засунул яблоко? Вот оно. Еле различимо. Следующий файл. Прошлое – длинная цепь случайных событий. Но случайных ли? Давай. Да. Опаньки. Это очень легко. Это Наполеон. Где твоя клешня-то? Это кто? Джордж Вашингтон, Соединенные Штаты. Этого я и не знаю. Откуда мне узнать? Привет. Я... Наверное, ты знаешь меня под именем Объект 16. Слушай, у меня мало времени. Я должен тебе... Так. Пять из этих символов выросли на одном и том же почве. Сорви покров тайны, и тебе откроется истина. Сорви. Так, это яблоки должны быть. Где у нас есть яблоки? Вот здесь я не вижу ничего, правда. Вот это точно есть. Так. Вот я не знаю. Вот яблоко. Ну и еще, не знаю, давайте вот эту посмотрим. Что, серьезно? Ну вот. Ладно. Мне пока фартит. Я был в машине, и они раз за разом отправляют меня обратно. Я теряю контроль. В машине. Перед глазами все расплывает. Ну давай, где ты? Я держу ружье, а вдали Геттисберг. Что давай. Зарезал человека? И мой камзол в крови. Мой камзол в крови. Что мне теперь? Те, кто с кровью, надо искать. Так, ну давай, вот какая-то убитая горем. Вот это... И как тут приблизить-то? Так. А, ну вот, да. Так. Вот это я, правда, сомневаюсь, конечно. Так, вот это удалим. Ну вот это, по-моему, одно и то же, вот, с разных ракурсов. Ну и вот так. Ну, мы открыли, нет? О, пароль ввели. Следующий.
Составлять надо. Так, подожди, это Иван Грозный убивает своего сына. Так, ну давай. Так. Блин, а где ты? Как правильно это составить его? А вот какой-то мешок. Вот так вот он должен быть. Что-то неправильно? Подождите, а что неправильно-то? Я же правильно собрал, просто криво, конечно, наверное. Вот. Криво собрал просто немного. Все. Так, а тут-то что надо? Опять все полопать. Пароль. Вводим. Так. Это произошло в 1908, или в 2008, или в 1708. Ну. Давай. Мы знаем, что они сделали с вашей лабораторией. Так, уничтожить с помощью электричества. Электричество Тесла. Вне зависимости от вашего решения. Так. Тесла. Ну, он в Америке так-то жил. Сам-то американец. Мадагаскар. А, нет, подожди. Индия, Новая Зеландия. Ни хрена не вижу. А тут без разницы, да, как оно? А, надо в правильную ткнуть. Подождите. Вот как мне? Вот сюда. Вот это точно знаю. Должна быть Тунгуска. Вот он, Тесла. Тунгусский метеорит якобы от него был. Ну. Давай, какая истина? Бункер, получить доступ к файлу. В доступе отказано. Да что за хрень? Да. Так, ну что ж. Ой, подождите, тут какие-то буквы у нас. Это оно, нет? Так. Так, я что-то не совсем тут все вижу. Букву. Ага, вот равно. Кто-то чему-то равен. Только кто и чему. Так, ладно. А как это разглядеть-то? Ой. Так. Ни хрена себе. Такс. А, вот как-то. Так. Так, а как крутил-то я? В другую сторону крутил, что ли?
А, вон они, выделяются. Ну, понятно, как вы хрень составили так. Если так на одну сдвинуть, то получится. Так. Просто на одну сдвинуть, они эти исчезают там, где они должны быть. Блин. Как тебя вообще вернуть-то? Так, это так остается. А вот это вот интересная хрень должна быть. Вот такая. Ну вот, читать можно. Сами развязали войну и сами заключили мир. Но они заплатят за это. Найди наш знак. Так вот он сразу выделяется. Хрен ли его тут искать-то? Ну как-то, не знаю, сам выделяется. Вот он. Надо искать? Ну, видимо, нет. Следующее. Становится все сложнее. Боль усиливается. Она видит, как я замахиваюсь ножом. Так, ну отказано, мы это знаем. Вначале книга. Книга бытия. Так. Так. Нет. Похоже, но нет. Опять нет. Да ж твою мать-то. Или как-то тут по-другому. А, вот. Так. Здесь выставляем. Нет. Почти. Вот похоже, но не то. Вот тоже не то. Блин. Вот она. Блин, тут даже такой нет. Нет. Вот что за головоломка, хрень какая-то полная. Организация хотела получить эти частицы. Они почувствовали власти. Но что это за частицы? Почему действуют? Похоже, наш разум словно создан для того, чтобы подчиняться им. Все. Вот он, я вижу этот кусочек. Так. Конец. Чти конец. Это было и раньше. Когда-то эти птицы были частью одного целого. Так. Одного целого. Вот это у нас бог Ра. Это солнце. Потом это календарь Майя, тоже солнце. Блин, еще две. Вот это, ну человек горит, солнце, наверное, ну и, скорее всего, вот это, либо вот это, либо вот это будет монета. Либо монета, наверное, тоже. Нет. Вот это. Я думал, монета. Потому что сердца трех, там монета вроде, солнце-то определяло. Так, а, здесь что-то надо найти. Кто бы это ни вулкан, их убил огонь, сошедший с небес. Когда настанет день очищения, небо затянет паутина, так. А вот. Это земля! Господи! Я думал, мы что-то на солнце ищем. Так, у нас осталось последнее. Ну же. Кое-кто знает правду. Ой. Она вокруг нас. Знаки. Лица,
документы, но мы не замечаем ее. Понимаешь, мы просто слепы. Так, вроде все так. Подождите. Это, а где рука-то? А, вот она, рука. Ну, все. Так, что-то найти надо, да? Ну, то вот этот. Вот тут ничего нет такого секретного. Это да Винчи, Леонардо да Винчи. Это там, не помню, как называется, с человеком связано. Я не могу этого делать. Или все-таки могу? А вот... позволит ли это мне освободиться? Я чувствую, нож резает мою шею. Как пуля попадает в грудь. Как вода заполняет легкие. Как из меня хлещет кровь. А любую тыкайте мой там. Мой разум далеко. Люси, я не могу больше ждать. Я готов. Она видит, как я замахиваюсь ножом. Там любую три набирайте. Ну, по крайней мере, я вот что набрал, то набрал. И вот вам полный эпизод, как Адам и Ева бегут из Эдема. Голышом. Сверхлюди. Так сказать, начало человеческой расы. Ну, по крайней мере, именно так она здесь преподнесена. Откуда только бегут? Зачем? Я не знаю. Почему? Я не понимаю, они в костюмах каких-то. Адам, оно у меня. Ева! Осторожно! Ого! Как мне не такое? Померещилось? Мы отправим видео на анализ. Как только Дезмонд закончит. Хорошо. Ты в порядке? Разобрались, по крайней мере. Он бы мог все объяснить, если бы мы только могли задать ему вопрос. Ой, не стоит.